Да я думаю, тут можно даже не столько с лекции какой-то начать, а фактически в диалоге, потому что для нас все... Проходите, вот давайте, чтобы всем удобно было. Все пришли сюда, и они круглыми глазами ходят и смотрят. Ёлки-палки, что это такое? Одна цель и задача — сделать нашу прекрасную страну еще лучше. Звучит как в сказке, правда? Много лет поклонения западному образу жизни привыкли к тому, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Паразитическому колониальному образу жизни эксплуатируют возможности других людей. Вы хотите все время так жить? Это делать то, что сделает завтрашний день, а может быть даже сегодняшний, лучше, чем предыдущий день. Такие возможности. Здесь концепция принципиально другая. Мы создаем для себя. Павильоны для блогеров я уже спросил. Я уже занял это место, подождите. А что, одно место? Нет, конечно. Всем мест хватит. Да я его тоже пользовался. Это здорово, это замечательно. То есть, мне 56, я попадаю? Да. Все попадают. И я с вами. Практика. Мне кажется, ЧВК «Вагнер» — это компания, которая, ну, ассоциация с практикой. А мне кажется, что в Петербурге очень много творческих людей, выражаясь отвлеченно, с правильными убеждениями. Какому принципу будет определять целесообразность вот контракта с этим работоспособным человеком? Цель. Как бороться, не показав этого? Чтобы вскрыть проблему, ее надо показать и решить. С Россией или вне России? Потому что значительная часть, те же самые книгищиков и прочих, вектор будет. На текущий момент творческого центра пока нет, он в планах реализации в ближайшее время. И если заявок на танцевальный зал будет много, его можно реализовать. А если будет больше заявок на создание новых автоматов, бесплотников или еще чего-то, то и это нужно будет реализовывать. Вы же понимаете, Павел, как всегда. Насколько мы про мирную жизнь и все наши боевые действия, чтобы мы жили в мире с чистым небом над головой. Мы хотим жить так, как нам нужно, так, как мы считаем правильным. Я думаю, что будет какой-то... Есть понимание сейчас? Есть координаты, да, мы же публикуем. Мы вообще развернем, наверное, пошаговую такую, да? Что... Люди, объединенные одной целью, будут работать над выполнением определенных задач на благо Российской Федерации. Петербург, если бы еще не было зимы, питерская, я думаю, что меня ленинградцы поймут. Чем деятельность направлена и совпадает с стратегией президента, с стратегией национальной безопасности Российской Федерации. Сейчас, конечно, можно сказать, мы будем заниматься вот этим и вот этим, а по факту окажется, что на этих направлениях...
Нет, нет, нет.